Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот листик, который можно использовать в композиции с таким вот цветочком, ромашкой или с подсолнухом. Для изготовления одного листочка потребуется 2 260 шарика, а также линейка. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растягиваем шарики и надуваем на 80 сантиметров. В пальцах это где-то так. Завязываем ближе к колечку, подвигаем воздух и делаем мягкий пузырь на 13 сантиметров. Один и такой же второй. Перекручиваем их вместе. Делаем маленький пинч. Теперь вот так сжимаем и делаем мягкий пузырь, продолговатый. То есть такой, который может растягиваться. Поджимаем и делаем пузырь на 18 сантиметров и второй. Такой же скручиваем их вместе и снова делаем продолговатый мягкий пузырек. И еще раз 2 пузыря на 13 сантиметров. Также их скручиваем вместе. Из остатка делаем снова маленький пинчик спускаем второй шарик. Надуваем точно так же. Делаем пузырь снова на 13 сантиметров. Скручиваем. Фиксируем. Делаем продолговатый мягкий пузырек. Поджимаем и делаем 2 пузыря на 16 сантиметров. Скручиваем. Снова делаем мягкий продолговатый пузырек. И снова 2 пузыря таких же на 16 сантиметров. Скручиваем их. Вот. И теперь будем собирать все это вместе. Оборачиваем вот эту скрутку, вот
круг. Пинчем. Пинч. Вводим. Назад. Здесь. Делаем мягкий пузырек и оборачиваем вокруг. Вот этого пинча. И тоже уводим его назад. Вот. Теперь вот этот лепесток вставляем вот сюда. Пока немножко. А этот вот сюда. С этой стороны также. Так, теперь вставляем их поглубже. Вот эти пузыри утапливаем тоже немножко туда поглубже, и с этой стороны тоже. Ну вот такой получился у нас листик. Спасибо всем за внимание и до свидания.